Начинаем. What motivates you most in your life? В моей жизни меня мотивирует, если говорим будем о работе, моей работе, театральной, киноработе, меня мотивирует хороший материал, о чем мы будем снимать, и очень профессиональный, хороший режиссер, у кого есть такие качества, которые для всех актеров во всем мире очень такие, всех актеров во всем мире мотивируют эти какие-то качества. Uh-huh. Этот режиссер, который свободный в своей фантазии, который может импровизировать вместе с тобой во время работы, принимать какие-то твои версии во время работы. И он должен быть добрым, улыбчивым и не напрягать меня во время работы. Вот эта мотивация очень сильная во время работы для меня. Но исходя от того, что первая мотивация, если о работе мы будем говорить, это материал, который мы будем или снимать, или ставить в театре. Да. А what motivates you in your personal life? Что мотивирует вас в вашей личной жизни? В моей личной жизни мотивация у меня так сложилась, что вот моя личная, ну, моя жизнь не личная только, ну, моя жизнь и профессия так вместе связаны как-то, что я иногда забываю, вот как это, когда я работаю, когда у меня своя простая жизнь. Потому что этот, моя работа очень много времени вносит, и очень много таких творческих и жизненных сил. Но иногда бывают вот моменты, когда я не работаю, это у всех так, и у актеров нет стабильной работы, иногда мы простаиваем, не делаем ничего. И вот бывали моменты, когда я более молодым был, что если не работал, мне было очень плохо, и я как-то терзал себя, что я почему не работаю. Но это жизнь. Иногда бывает работа, иногда не бывает работа, это как погода. И я понял, что если все мои нервы уйдут на то, чтобы я вот плакал и нервничал о том, что у меня нет сейчас работы, и что я это буду делать, и я потом какую-то технику для себя нашел, что жизнь не только работа в театре и в кино, жизнь в театре и в кино, это может быть театр, это спектакль или репетиция, где-то 3 часа длится и спектакль, 3 часа максимум, 2 часа минимум, может быть и час, а остальное это простая жизнь, 23 часа в сутки, если это математические какие-то перевести в год, не знаю, столько более лишь в жизнь получается, чем работа в театре или кино, да. И я как-то для себя нахожу вот интересные вещи. Я вот снимаю фотографии, я один раз уже сказал, вот сейчас у меня экзибишн, я хочу сделать мои фотографии. 5 лет уже вот интенсивно мне подарили маленькую вот эту камеру, я обожаю эту камеру, это Canon G15, это полупрофессиональная камера. Но для меня это совсем очень, как это сказать, хватает для моего этого креатива и для моего, для моей медитации в фотографиях. Я очень много читаю иногда. Иногда бывают моменты, когда не могу просто читать и не могу сосредоточиться. И смотрю много фильмов, очень контачу с друзьями, это тоже очень сильная мотивация. Бывают моменты, когда не хочу ни с кем контачить, и просто закрываюсь дома и вот список какой-то составляю для себя и классических фильмов, и новых фильмов, которые я не смотрел, и для себя, или с моими очень близкими друзьями устраиваю, как будто вот смотрение этих фильмов, или спектакля, или документа. Сейчас я очень впал в документалистику, в хорошем смысле этого слова. Очень много документальных фильмов снимаю сейчас, интересных. И я смотрю этим очень много документальных фильмов. И вот эта мотивация. Я очень люблю, если, по правде сказать, самое мое вот такое прекрасное состояние путешествия.
Если бывают, бывают возможности финансовые, и вот время бывает, и у меня есть какая-то ситуация, что я могу просто вот сесть на машину и сразу уехать в Батуми, например, и в другой грузинский город. А не считая вот гастроли. Гастроли — это другое, это рабочее состояние. Просто вот как турист, просто как человек, которого никто не знает, и сразу сесть на самолет и уехать в Катманду. Вот, например, с моими друзьями мы так и сделали. Вот эта фотография там будет, там я снял. Я люблю очень эту фотографию. Там покой какой-то, который выдает эта фотография для меня. И вот это и есть моя мотивация. Очень мотивирован, когда уезжаю бездельничать в другие страны, потому что там я для себя как-то нахожу такие интересные вещи, которые, ну, никогда, может быть, и не видел. И нахожу вещи, которые очень схожи с моей натурой, с натурой моей национальности, с грузинами. Есть какие-то вещи, которые очень не схожи с грузинами. И потому мир интересен, когда ты вот путешествуешь, что смотришь на людей, на традиции какие-то, которые в других странах, и тебе это большое тепло какое-то дает, что... Вот вы пришли ко мне сейчас, принесли мед, да? Это же традиция какая-то, приходить к человеку, чтобы вот чтобы ничего не принести, как-то у всех есть традиция, что что-то надо принести. Это тоже вот очень такая теплая вещь. Вот такие маленькие вещи тоже очень мотивируют меня. Я о мотивации же очень много разговаривал. Если понятно, о чем я говорю. Да, конечно, понятно, да? Понятно, конечно. Tell me, what did you feel when your role and movie Mandarin Abbey achieved such a huge success in the world? Ну, я почувствовал, это же не сразу произошло, что вот, например, Оскар, мы на Оскар представили фильм, это степ-бай-степ происходило. Мы когда начали работать над этим фильмом, вот еще о мотивации. Это меня мотивировало то, что был очень хороший режиссер сначала. То, что там было написано в сценарии, очень интересно было для меня. И когда я начинаю работать, я всеми моими мыслями, моим телом впадаю в работу. И никогда не думаю, вот какой будет успех или что-то в этом роде, потому что, думая об этом, ты блокируешь себя, потому что успех приносит то, что ты всю свое тело и ум отдаешь работе. Может быть, это и может быть 50-50, может быть и более. Принесет тебе это успех или нет? Я все время готов к тому, что очень много может быть работа над чем-то, и это никакого успеха не принесет. Это логика и театра, и кино, и вообще творческого человека. Это данность, с которой никакой человек не убежит. Это во всех делах так и бывает. Это нельзя из этого трагедию делать. Мы просто собрались, хорошая компания, очень. Мы в регионе Бурия это снимали, очень в моноситуации, когда вот хорошие актеры собрались, там художник наш, девушка-художник, которая сделала очень хороший дом такой, построила эстонский настоящий дом, где все вещи были очень настоящие. Мы зашли в этот дом, мы 25 дней, 30 дней, day-off, которые у нас были, вместе проводили с эстонской командой. Это была грузинская эстонская группа. И мы развлекались вместе все, и как-то все в работе как-то впали, как-то вот, когда ты в море очень глубоко как-то входишь. И вот это, наверное, потому и получился фильм, что мы с душой и сердцем все это делали, и никто не был закрыт, считая само собой режиссера, вот если какой-то актер, я или другой актер, версию свою какую-то выдавал, и там была какой-то change, вот что про восьмерка, вот актер, режиссер, оператор, мы все как-то одно дело делали очень с большим энтузиазмом.
Вот это самая главная мотивация, когда ты делаешь дело. И потом, когда мы сняли этот фильм, мы показали в Грузии, очень многим людям понравилось. Первая премьера этих фильмов в грузинских кинотеатрах была. И уже мы поняли, что состоялся фильм. И люди навалом шли на этот фильм. Тбилиси — город, где более чем реклама работает. Вот реклама вот передавать, что это хорошо, иди смотри, посмотри. И потом уже режиссер начал этот фильм, эти вместе с нами приглашали этот фильм на какие-то фестивали, очень известные, малоизвестные, международные какие-то фестивали, кинофестивали. И фильм где-то 24 или 25 международных призов получил. И за режиссуру, и за сам фильм. Гран-при, это какие-то, вот, как на лестнице поднимаешься, мы 25, и когда мы смеялись с режиссером, когда он вложил на Facebook, что фильм еще один приз получил на каком-то вот известном фестивале, еще один приз, еще один, еще один, нам уже как-то стыдно становилось, что это... И прекрасно, что фильм получал столько призов. И, может быть, мы думаем, это как-то некорректно, что вот наш фильм получил. Но это реально так было. И потом грузинское правительство, это так бывает, создает какое-то из жюри, которое из грузинских фильмов, и все страны выбирают, что послать на «Оскар» и на «Глобус». И потом там отсеивание этих фильмов происходит, и потому что 100, не знаю, может быть 50 стран все как-то посылают свои такие хитовые фильмы. И потом там какой-то жюри «Оскара» сидит, и на «Голден Глобе» сидит и отсеивают этот фильм. Фильмы другие, и как-то это сразу произошло как-то, что и потом я узнал, что фильм номинировали на «Голден Глоб», на «Золотой глобус». И для меня это вот, я сам не смог просто понять, в чем дело, потому что я очень обрадовался, но вот то, что я обрадовался, и моя радость, и то, что вот глобус для нас, я же в советское время родился, а вот как-то это все очень далеко было, когда в советское время железная занавес, «Оскары», глобусы, это из мира фантастики было. А вдруг эта фантастика, из мира фантастики какая-то ситуация, само название «Оскары», «Золотой глобус», «Мой дом», «Мою душу» и продукцию сразу зашло, что я смеяться начал. Я просто не смог себе этого представить. Вот и так и бывает, наверное. Все хорошее происходит, вот что мотивация. Ты если свое дело с душой очень делаешь, и есть люди, которые единомышленники, самое главное, которые вместе с тобой все с любовью и очень с большим энтузиазмом и выдачей энергии делают что-то, вот существует шанс, что фильм, вот как в физике квантум есть, куда-то улетит, пройдет какие-то вот эти маленькие, эти фестивали какие-то, и бомбы попадет куда-то на другой планете, на другом континенте, уже в Соединенных Штатах, сразу на «Оскар». Вот я просто обрадовался очень и понял, что... Был очень большой спад у грузинского кино в 90-е годы, и не было кино, и сейчас очень мало кино, как грузинскому кино дают просто 1 миллион лари, всему грузинскому кино правительство выдает 1 миллион лари, представь себе. Это как будто капля в море, это ничего вообще, для кино ничего это не значит. Но вот исходя из этой ситуации, мы сумели, сделали такую продукцию, которая вот вышла и попала в 5 фильмах, номинированных на «Оскар». Вот это так и произошло. Мы большое усилие во все это положили, вообще не думали об «Оскаре», но «Оскар» сам пришел к нам. Это как если
как Махарани идет, Махарани идет Гарри. Это вот так и произошло, если шутку сделать, сказать. I have to tell you that this Mandarin Abbey movie, it's one, in my opinion, one of the best movie which I have ever seen in my life, especially because of it's about values. So now I would like to ask you about three the most important values in your life. Вот это первое, то, что я... обещаю что-то человеку, чтобы исполнить, это первое. Сострадание, что сострадание это значит, вот как сказать, сострадание. Да. Это когда сострадание, ты знаешь как? Симпатия. Сострадание, да. Вот когда я могу рефлексировать, когда войти в шкуру другого человека, если у него болит в душе что-то или физически болит, я могу в его шкуру войти и со всем моим сердцем помочь хочу этому человеку. Mm-hmm. Это самое главное для меня и в жизни, и на улице, и вижу. Вообще-то. Я когда вижу человека, что трудно вот этому человеку, я хочу, чтобы помочь и словами, и физически, я могу и душу отдать для этого человека. Не имеет значения, этот человек очень близкий для меня или не очень близкий для меня. Потому что вот это качество, которое для меня сейчас во всем мире как-то теряется. Вот это качество. Как-то бывает, я сам видел вот это бездушие, когда вот что-то очень большая беда у человека. Может быть на улице, может быть так, и все как-то отворачиваются от него. И не хотят понять боль этого человека. Вот это тоже мое кредо. Как-то помогать людям и жить не только эгоистически своими какими-то желаниями, а может быть свое желание, когда вот перенести куда-то далеке и принять этого человека и помочь ему. Uh-huh. Это не просто громкие слова от меня, которые исходят, я просто так живу. Иногда получается, иногда не получается, иногда какой-то эгоизм берет и компромисс какой-то бывает в жизни, но вот я все время стараюсь, в принципе, этого принципа как-то все время держаться за этот принцип. И еще третье, в принципе, я сам склонен иногда к меланхолии, к очень такой депрессивное состояние, к состоянию, но я понял, что доброта и улыбка это самое главное лекарство для человека, потому что когда вот утром встаешь, я когда был более молодым, это просто звучало для меня как слова, что вот то, что выходит солнце, то, что вот, как-то шелестят листья, то, что вот собака лает, это ну, какая-то большая радость для человека, да? Бывают такие высказывания. Это как-то я принимал вот, головой, мыслями, но как-то и чувствовал, и не чувствовал. А очень часто я 100% знаю, что каждый день это подарок для человека, и не надо ждать чего-то вот великого после завтра. Каждый день надо какое-то добро делать, которое очень... можно осознать и потрогать каждый день. Да. Это есть и существует. И потом жизнь становится каким-то очень и веселым, и хорошим. Потому что то, что вы сейчас ко мне пришли, это же какой-то сюрприз и подарок от Бога. Что вот два человека решили, что хотят услышать мои мысли какие-то, которые вот о чем, о жизни, что я думаю, о том, о сём, да? А вот это подарок для меня. Я уже счастлив, потому что вот такими маленькими, большими, в смысле, какими-то фактами надо как-то
радоваться этому и принимать это и жить вот такими какими-то маленькими очень радостями, да. Потому что эти маленькие радости потом превращаются в большие радости. А если негативно на все смотреть и вот не принимать, не осознавать, что вот произошло сегодня, вчера какие-то маленькие хорошие вещи в твоей жизни, то у тебя все как-то вот вниз идет. Это и, может быть, на подсознательном уровне тоже так и работает. Look, you have played so many movie and theater roles. I would like to ask you, what kind of life role is the most important in your life for you? Знаешь, вот все у каждого актера бывают роли, которые, ну, это профессия. Это ты никогда не знаешь, во что попадешь. Вот как ситуации на Оскар, да, и в какую группу попадешь. Может быть, ты решишь, что это очень интересно, то, что будем сейчас делать, и потом какая-то ячейка сдастся, и ты поймешь, что не так идет, что все не так идет, как должно было идти. А вот если появляется какая-то интересная группа, интересные материалы в театре, в кино, и это кончается, и ты выходишь из этой ситуации, финиш, да, и открываются потом другие какие-то двери. И ты зашел в эти двери, вот, я говорю вот, как-то условно, в театре или в спектакле, или, и вышел оттуда духовно богатым, и понял более какие-то вещи, которые не понимал, и автор, и спектакль дал тебе вот эту возможность задуматься о главном еще более серьезно, то, что главное в жизни, что существует вот, плохое и хорошее. Вот это для меня такой состоявшиеся материалы об этом, да, был? Нет, вопрос был о жизненной роли. Вот как отца, как сына, как мужа, не знаю. Вот с людьми. В жизни мы с людьми тоже имеем свои роли. Не в плане, что мы окей, как да, в театре. Да, я понял, да. Ну, просто у нас свои обязанности. Я сам думаю, что я не очень-то такой успешный семенин, ну как-то так сложилось. Моя роль семенина не так сложилась. Но я как-то с теми людьми, которыми я жил, у меня два мальчика. Я с ними сейчас не живу физически, но я каждый день, в принципе, стараюсь не роль играть, а просто вот моя душа мне не позволяет мимо. Есть люди, которые в проблемах сыновей, тех людей, с которыми он жил, мимо эти проблемы проходят. Для меня это не так. Я стараюсь вот эти проблемы, и не стараюсь, это импульсивно происходит. Все проблемы, которые у моих сыновей, у моих друзей, с кем я жил, и я очень близко к себе принимаю, и вот исходя из того момента, что я стараюсь помочь этим людям, я максимально то, что я могу сделать и в финансовом плане, и в духовном, и в физическом плане, я максимально стараюсь все это выдать и эту роль, которую так назвали, исполнить на 100. Я стараюсь. Получается, не получается, это уже другой вопрос. Но мой импульс более толкает меня к солидарности, к тем людям, с кем я жил, с кем у меня были какие-то отношения, не считая уже сыновей, это уже моя кровь, без них я не представляю мою жизнь. Они и советуются. Вот, например, мой большой сын, ему 23, вчера кончил снимать какой-то клип, для него очень важный. И я
у них три съемочных дня было, а я как вот водитель, как какой-то, вот как сейчас друг другу помогаете, вот в смысле техническом я помогал ему, в смысле идейном. У меня нету какого-то амбиции, что я могу, нет такой амбиции, что я должен быть каким-то вот таким. Вот я, да, я большой, сейчас тебе 23, то, что я могу подарить человеку, я могу ему целостью подарить. И это считается моих очень близких людей и неблизких людей. Потому что вот есть люди, я слышал о таких людях, которые, вот, например, актеры. У актеров вот это как-то бывает болезнь переходит, звездная какая-то болезнь. Есть такая, что вот добраться до этого человека, они играют. Это очень как-то, например, трудно бывает. Mm-hmm. Вот, например, может быть, вы подумали, что добраться до меня очень трудно, потому что вот, ему позвонишь сейчас. Может быть, у меня никакого дела не было бы, а я начал бы играть, что вот, знаете, я очень занят, сейчас я это не могу. Я завтра позвонил бы, послезавтра, может быть, и замучил бы вас просто. Потому что создать какую-то, вот, видимо, что я вот такой, какой-то странный или что. Я очень, в хорошем смысле, очень легкий человек и очень сложный в жизни. Но то, что добраться до меня очень легко, это вы сами поняли, да? И не надо играть, вот я всем говорю, звезду какого-то, который... А вообще-то звезда это не грузинская какая-то, да. Не грузинская, Маулина Али... Понятно, не феномен грузинский, да? Потому что вот Пелиси в Грузии вот так и делают все дела, что вот ты этого человека знаешь, да, знаю, можешь ты позвонить ему, да. И когда доберешься сразу, очень сразу к человеку. А я думаю, что это очень позитивная вещь, очень хорошая вещь. Это говорит еще о том, что вот мы еще не отчуждены друг от друга в этом городе. И немножко я сейчас как-то чувствую, что появляются какие-то вот типажи, которые я видел в каких-то фильмах, и на Западе есть так много людей, которые уже от себя какого-то недотрогу, какого-то вот кубики человека делают, что до него добраться очень трудно, как будто он туалет никогда не ходит, это очень смешно, но бывают такие люди. А я не такой человек и не представляю, как можно таким быть просто.